Секунду. Не, ребят, ну серьезно, вот жалко, она не стучит, как бы, но возьмите мой коробок, будете, увидите, что как бы, да, это правда вата, но как бы все равно белая, пушистая, вам понравится. Вот ходите, получите пустую коробку. Давай. А, знаете, муж мой очень талантливый человек, но я понимаю, что он может убедить. Но у меня правда вата. Правда. Здесь находится вата, белая, пушистая, ее здесь совсем немножко. Вот, просто мне поверьте, здесь правда вата. Если бы я хотела вас обмануть, наверное, я бы вот придумала бы кучу вариантов. А вы вот смотрите, как он разговаривает. Вот, спасибо, время. Угу. Давайте поблагодарим за... тех, кто считает, что... Именно по убеждению или у того, кого надо? Так, как вы считаете. Вы считаете, допустим, что... Ну, давайте с кого начнем? С Олега. У Олега вата, поднимите руку. У Олега вата, наверное, у раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. А те, кто считает, что у Олега вата, раз, два, три, четыре, пять, человек, шесть человек. Я не проголосовала. Шесть. Я не проголосовала, потому что я считаю, что Олега врут. У нас есть один воздержавшийся, хотя условия были очень простые. Но вот из них... Это было убедительнее. Есть предмет. Вот так. Значит, за Лену. То есть есть два варианта. Убедительнее. Лена убедительнее. Лена, но вата находится. Я прошу вас продемонстрировать, что у вас...